Слалом и марафон по Гродненским рекам на байдарках. Туристы из Беларуси, Польши, России и Украины открыли сегодня новый сезон на Августовском канале. Более 300 человек приняли участие в традиционном 42-м по счету международном фестивале «Неманская весна». Программу этого туристического праздника организаторы разрабатывали специально. Байдарочные маршруты подбирали как для профессионалов, так и туристов-любителей. К слову, из года в год количество гостей фестиваля только растет. По признанию представителей польской команды, большую роль в этом сыграл и режим без визы. На Августовском канале. Мы границу в этот раз прошли всего за 15 минут. Возможность приехать без визы сюда, на Августовский канал, это же удивительно и чудесно. Это бонус, который существенно облегчает путешествие. В нашей фирме, кстати, уже сотни заявок от людей, которые хотят сюда приехать в этом сезоне. Канал – это водная артерия, там, где можно проводить такие мероприятия, где красивая природа и где это этому все способствует. И именно эти люди, они любят этот вид отдыха, любят заниматься этим, скажем, направлением. И, наверное, никакой лучший маркетинг не бывает, чем когда люди рассказывают друг другу. Туристический фестиваль на Августовском канале продлится весь уикенд. Участники будут соревноваться в длинных заплывах на акватории самого канала, а также пройдет конкурс слалома по реке Осташанке. Финалом «Неманского весны» станет водный марафон с элементами ориентирования. Маршрут рассчитан на 12 километров по фактически безлюдной местности на реке Черная Ганча.